1 сентября для бывших школьников день весьма волнительный. Ведь теперь они стоят на пороге взрослой жизни, которая принесет им много нового и увлекательного. Российский университет дружбы народов с радостью открывает свои двери для новых студентов, которые попадают в неповторимый мир, уникальную планету на юго-западе Москвы. Филологический факультет не стал исключением. Это для меня первое сентября в качестве студента, да еще и одного из ведущих вузов России. И я 2 года мечтал поступить в РУДН, 2 года я готовился к экзаменам. И, наконец-то, вот эта вот легкость, ощущение того, что я студент РУДН. Чувства весьма смешанные, но сколько бы времени я тут не провела, еще не было ни одной минуты, когда бы я пожалела о том, что выбрала именно РУДН. Очень рада, что попала именно в этот университет, так как была нацелена поступить именно сюда. Это новые возможности, новые друзья, новые знакомства. Первый раз, когда я приехала сюда, я была удивлена всем – институтом, языком, Россией в целом. Все было, как я могу сказать, на самом деле великолепно. С самого первого раза я была очень счастлива, что я учусь в этом университете. Но когда я уже приехала сюда, я увидела, что все еще лучше, чем можно видеть или слышать в интернете. Ожидания весьма многообещающие. Я думаю, что будет довольно весело и серьезно одновременно, что будет совмещаться и будет действительно здорово. Когда я вернусь домой, смогу рассказать им, насколько Россия была хороша для меня и каким хорошим вещам я научилась здесь и, в частности, в университете. РУДН – это большая интернациональная семья, это правда. Мне это говорили ребята, которые здесь учились, когда я еще готовился к экзаменам. Я думал, ну, давайте посмотрим на своем опыте. Я могу сказать уже сейчас, что действительно РУДН – это большая семья, которая как всегда поможет во всем. И я люблю РУДН, я уже могу это сказать, как в гимне. Филологический факультет по традиции называют самым творческим и женским факультетом РУДН. Теперь и он достойно вступил в новый учебный год, приняв в свои ряды новое поколение будущих активных и успешных профессионалов своего дела. Екатерина Галайда, Сергей Мартыненко, Илья Скасьянов. Новости ТВ РУДН.